Агрессор был разгромлен и капитулировал. В регионе наступил мир. Об этом в своем телеграм-канале написал главный редактор журнала «Национальная оборона», российский военный эксперт Игорь Коротченко. «Я не за войну, я за мир. Но иногда силовой ответ на агрессивные действия – лучший способ обеспечить надежный мир. Пример – ответ Азербайджана на вооруженную провокацию Армении в 2020-м. Агрессор был разгромлен и капитулировал. Баку выполнил резолюции ООН. В регионе наступил мир», – написал Игорь Коротченко. Подпишитесь на наш канал «Будро News» и будьте в курсе всех событий.